Глава городского округа Дмитрий Волошин проверил готовность поликлиники в микрорайоне Новые Химки. На данный момент все работы завершили. Медучреждение на улице Молодежной рассчитано на 400 посещений в день и в скором времени сможет принять первых пациентов. По результатам обхода в начале лета, по распоряжению главы, поликлиника подготовлена к началу работы, к началу сентября. На сегодняшний момент поликлиника полностью укомплектована штатом, оборудованием, получены все разрешения, и поликлиника готова к началу работы. Здесь будут принимать участковые терапевты, педиатры, а также 17 узких специалистов. Из новшеств в штате будет работать детский стоматолог. Здесь все, кто будут работать после начала... Терапевты, педиатры, сколько здесь у нас? Значит, терапевтов у нас сейчас физических лиц 4, педиатров у нас сейчас физических лиц 4. Все узкие специалисты тоже есть. А кого не хватает узких специалистов? Всех хватает. Полностью готово. Многое сделано и для удобства пациентов. Теперь каждый может взять талон через терминал и попасть на прием с помощью электронной очереди.